Теорема про то, как все это выглядит. Если есть просто один стебель разноцветный, то тогда можно все посчитать. Неразветвляющийся. Неразветвляющийся, да. Если есть один стебель неразветвляющийся, да, здесь такое. Пусть стебель начинается, например, с синего. Он будет обложительный, синий, а потом красный. И дальше еще. Например, красный, синий, красный. Тогда правило такое. Есть начальный отрезок. Да, значит, есть начальный отрезок с ребрами синего цвета. И тогда сколько этих ребер до последнего? Это будет целая часть. Вот это вот будет целая часть. Да, значит, ну, в данном случае два. Дальше это будет как бы плюс одна вторая. Ну, или можно сказать так, что вот это вот будет плюс один, плюс один, плюс один, а вот это минус одна вторая. А дальше веса будут уменьшаться в два раза. И если красный, то с минусом, если синий, то с плюсом. То есть этот красный даст минус 1 четверть, этот синий плюс 1 восьмую, и этот минус 1 шестнадцатую. Вот, то есть в итоге получится, значит, общий итог получится 2, и тут, значит, 1 вторая, 1 четверть, 3 восьмых, 5 шестнадцатых. Значит, сначала вы идете из корня. Да. А, ну, можно искать, можно говорить так, что вы идете из корня, пока все ребра синие. Да. И все ребра дают плюс один. Значит, дальше первое встречное красное ребро дает минус одну вторую. Да. А дальше каждое следующее ребро дает в два раза меньше с плюсом или с минусом. А именно, если оно красное, то с минусом, а если синее, то с плюсом. А, например, да, значит, как это все с предыдущим связано. Да? Что у нас было синее, потом красное. Это было плюс один, минус одна вторая. Да, значит, это одна вторая. Синее. Так почему синяя. Плюс один? Вы же сказали на один меньше. Ну, не можно сказать, что это стоит сразу одна вторая. Хорошо, хорошо, да. Плюс один, минус одна вторая. А если забедить вот в первой картинке самые все ребра, ну, синие на красный, красный на синий. То знак то поменяется. Тогда все, да, тогда все узнал. Знак определяется тем, с чего начинаем. Ну да, то есть можно сказать так, что сначала все ребра дают класс 2 плюс или минус 1 в зависимости от цвета. А потом, когда первый раз меняется цвет, вклад меняет, каждый раз уменьшается в 2 раза. Раз, если здесь все красные, то будет минус 1, минус 1, минус 1. А потом наоборот плюс 1, 2, от первого синего и так далее. Вот это наши 3 вторых, плюс 1, плюс 1, минус 1, 2. А что у нас еще было? 3 четверти, да? 3 четверти это было... Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Плюс один, минус одна вторая, плюс одна четверть. Получается 3 четверти. Это понятнее, да. Хороший вопрос. Кто не понимает, чего это так будет? Ну, по индукции, наверное. Ну, типа индукции, да. Ну, одна четверть это будет, соответственно, там, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Да, значит, это плюс один. Плюс один. Минус одна вторая, минус одна четверть. Значит, это будет одна часть.